Щелковская художественная галерея – это не просто выставочные залы. Это дом, в котором всем рады. Здесь всегда царит творческая атмосфера. Сегодня ей исполняется 20 лет. Эти стены – своеобразный холст, на котором всегда есть место фантазии, мысли, стремлению, созиданию. Приобщиться к миру искусства и живописи вот уже 20 лет могут посетители Щелковской художественной галереи. Картины, как правило, они хранятся тысячелетиями и служат из поколения в поколение для того, чтобы воспитывать подрастающих в правильном понимании мироздания. Сочные краски, тонкие штрихи, разнообразие жанров и стилей. Кажется, галерея за эти годы видела многое. Директор, вице-президент Творческого союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств и просто художник Александр Беглов вспоминает. 20 лет назад все начиналось с двух лампочек и пары картин. Тогда при поддержке главы района Леонида Твердохлебова галерея стала преображаться. Состоялся первый ремонт. Сегодня обновленное учреждение выглядит солидно и современно. Но главное даже не в этом. Важно то, что здесь трудятся и вкладывают душу в каждую экспозицию сотрудники Щелковской художественной галереи. У нас есть такое уникальное учреждение, как галерея. Оно такое одно. Мы им очень дорожим. В него приходят самые разные люди, и каждый из них находит здесь что-то интересное, что-то уникальное, что нравится именно ему. Будь то культурно-массовые мероприятия, будь то выставка, будь то многочисленные мастер-классы и другие организационные формы работы. Это здорово, и в том, что это так, безусловно, есть колоссальная заслуга тех людей, которые здесь работают. Пожелания к юбилею звучали от души, прислал поздравительный адрес и депутат Государственной Думы Сергей Жигарев. Поздравляли тепло, уважительно, а как иначе? 20 лет молодости, расцвет, а все же многое за эти годы накоплено. Свой картинный фонд, дружеские связи, признание коллег, любовь посетителей. Так держать, вот. Потрясающее у вас движение, мощное, красивое, я имею в виду движение галереи, движение в области культуры. Мы с вами. 20 лет творчества, стремление приучать людей к искусству, сеять вечное, доброе, прекрасное. Это ли не главное для тех, кто служит во благо красоты и гармонии? Я в живописи люблю чистый холст, потому что смотришь на него и вот думаешь, сколько же можно еще натворить. Вот хотелось бы на будущее смотреть как на чистый холст, что-то заново начать, что-то попробовать по-другому, но сохранив традиции, которые были за эти годы. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».